которые вообще должны были прикрывать западный фланг. Штаб, всем доложите о своих потерях. Остался только командир и БМП. Беркут, половина отделения, водник пустой. Налево. А то 5 человек живые, БРДМ. Лево, лево возьми еще. На Иторы живые? На госпитале снайпер уничтожили. Да, Торы на 5, трое. Лево, дальше. Лево. Еще, 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 еще. Стоп, 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 стоп. В общем, я предлагаю сейчас пока встать в оборону и ждать, пусть противник нас атакует, рандомит, тоже им это нравится, и, собственно, уничтожать их. Когда противника станет намного меньше, будем двигаться. Принято. А дальний раз. Это штаб, а ты не принял нас. Ты нас ГП обстреливают. Нашу позицию. Сдвиньтесь немного севернее, бэхи вас выпьют. В принципе, стоим. Так, с больницы. Больницы стреляют. Больницы. В порту две цели прячутся. Это наши. А, Тор, дальняя рация. Можете себя пометить на карте себя? Тор, два человека находятся в порту. Сейчас помечу. Принял.
Тор, мы можем вас прикрыть с РПГ. Нести огонь по этому. По факту. Там сейчас один на плите ходит. Кто не правит? От БМПшки не ведите огонь, пожалуйста. Ты приняли. Уже поздно. Поздно, господа. Торы, ты внутри здания остался? Внутри уже не осталось. Работаем по зданиям, где кто-то бегает. Штаб вызывает БМП ГРУ. БМП ГРУ на связи. Пробуйте обнаружить цели в юго-западном направлении. Принято. Это тещи, по-моему, здание взорвать, где остался человек. Штаб БМПРМ. Связи, по нам открыт огонь где-то с 160-170 с УД. Принято, прикройте движение отряда АТ. Принято. Ну, БРДМ прикрывает. Сейчас пробуем. Дальний раз, в районе больницы есть свои? В районе больницы кто-то бегает. Это штаб, по-моему, никому туда выдвигаться не надо было. ГРУ и Беркут, это ваш клиент. Те, кто в районе больницы. Атаковать больницу, что ли? Как нет, попробуйте обнаружить и поразить их с того места, где вы находитесь. Не надо атаковать. Дальний рад, это АТ,
Тор ДТМ, в двухкомнях человек. Штаб ЭПРМ. Пришпин зачистили? Еще раз, это штаб, не понял вас. А зачистили Пришпин там, где вот это стеклянное здание, или нет? Был взрыв, но похоже здание не рухнуло. РМ, это АТ, мы дом сейчас взорвем. Эхо ГРУ погибло. Что принялось? БМП подбито. Выстрел был с тыла. ГРО, откуда был выстрел? А метки ГРУ БМП. Их уничтожили. Принял. ПХ жива? Я размочили. БМП уничтожен. Блин, я ПХ предупреждал, что ее спалят. ДДТ, ну чё там? Частоту взял? Ну а вы еще не вы. ДДТ. Частоту взял. На, если вас осталось мало, то можете с каким-то отделением объединиться, например, с беркутами. ДДТ, ты меня слышишь? Наблюдаю противника, запад больницы у забора с внутренней стороны. Это штаб принял вас. Контакт. Контакт в лесу на северо-западе от больницы. Поправка, то есть на юго-западе, о, юго-востоке утоплю уже просто. Штаб дают трассеры туда.
Так, внимание, с 20 от точки Беркут. Лодка. Скорее всего, противник. Высадка. Принято. Лодки противника. Вы можете обеспечить? Видимся на юг, к дыму. Так, кого надо послать, блин? Кто-то все маркера стер. Обновите и отделите на себе маркеры. Нет, на вышку. С тыла противник высадился. Пехоты вражеской. Пометьте. Можешь мины поставить? Да надо их так перебить, толк от мин. Свои ж подорвутся. На Кройштага. Сами туда. Где слубочит, короче, метки не ставит. Половину тупит. Штаб, а Т, вы еще живы? Штаб, это АТ, живы, но есть потери. Ищу. Это само собой. Попробуйте выдвинуться в северном направлении и уничтожить противника. Беркут, и пока оставайтесь на позиции. Штаб, это АТ, пока негативно, тут лечим раненых. Ну, Т3. Штаб принял вас. Чтобы они испугались. Почему я вас слышу, не пойму? А чё, так вы с майки рванули? Сдралась. Да я их, пока вы, ну вернее, кого слышу. Я тоже. Видно, бомб завижу на этого. Ваши. Так, внимание, даю трассер на противника. Чисто, Жек, я не знаю, откуда вообще прилетело. По мне стреляют. Выше за горки. А. Не, побежал на западную часть, по мне начали можешь работать. Конечно, объехать, я попробую туда смотреть. Что-то как-то не верится. Вопрос, все слышат Майти? Да, 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 я на вашем канале сижу. А, так ты это. Почему-то у меня просто нету это изменения голоса пока. Мама. Там на западе очень много трупов противника. Не знаю, мы ж. Поэтому активно открывали огонь. Держимся как можно, понимаешь? Ну, мы уже очень долго находимся на том же месте. Надо уже продвигаться. А что нам идти и дохнуть в лесах по одному? Так мы хоть друг друга прикрываем. Блин, медицинку пойти забрать. С тылу. И вообще не стой рядом со мной. Мама, я еще пошел за медицинкой. Медицины просто уже не осталось.
Выдвиньтесь на юг, уничтожьте противника на маркере от Т-Джандер Контакт. И это... А ты работаем торжерами по контакту. Вы пехоту уничтожили? Кто будет с тылом? Беркуты, вернитесь на свою позицию, помогите АТ. Единственный оставшийся медик, да? Ты, вам был изначально один единственный медик. А дальний раз, кто мы в порту, есть кто-нибудь наш? Что я нашел себе через это? Будем надеяться, противник понес сильные потери. Мы имеем хоть какое-то преимущество. Нашел труп Серафима. Где ты его нашел? На западе. Он с ППшниками был. Мауч, нужна через это, просто мне не могу ничего на спину повесить. Нет. Не, мне калаша хватит. Просто на западе очень много трупов, ХПшников, со всякими вкусностями. Ратник, что там с вами произошло? Ну там, короче, то ли засада, то ли хуй знает, короче... Водила мой, мелкий пиздюк, короче, стал спускаться, перевернул бардак, ебать. Мы подцепили водник, бардак перевернул водник, блядь, короче, пиздец. Тут хуяк, стрельба неожиданно сзади. Пожили, блядь, всех, кроме Бэхи и меня с твоим медиком. Остальных все там остались. Мило. Уебаны, хули мило. Продолжение
БМП. Сели. Клыва селка, там кто-то на... Убили. Беркут, ну давай снова. Тоже каким поступали? Вообще поступали. Вернитесь на свою позицию и помогите АТ. Противник на юго-западе. Южнее госпиталя, на вершине, враг. На вершине. Штаб не принял, повтори приказ. Вернитесь на свою позицию, так как выдвигались на север, и помогите отряду АТ. Принял. Беркут, и сколько у вас осталось? Человек 5-6. Более-менее. Штаб РМ, ты не увлекся движением? Нет. Бегаю. Продаю автоматы, снайпер, винтовки, РПГ. Если тебя сейчас там поджарят, я тебе кое-что оторву. Раз Бэха туда доехала, а Т, от вас на юге находится железнодорожная станция. Двигайтесь к ней и займите Беркуты и оставшиеся, попробуйте их прикрыть. В общем, лежа здесь на горе. А принял, АТ БРДМ плюс один человек остался. Ладно, тогда отмена. Лучше стойте, прикрывайте Беркуты, двигайтесь на место, называется Тара Railway Station. Вот принял, выдвигаемся. АТ, постарайтесь их прикрыть. Гору прикроем. Беркуты сейчас займут эту железнодорожную станцию. В общем, план такой. Сейчас будем постепенно двигаться к точке, которая на горе. В общем, проверим ее на наличие ящиков. Ящики в порту уже уничтожены. Не в порту, который на горе в зоне. На горе опять контакт, на вершине горы контакт. А, ты же можешь пометить примерно сколько пикси? Ящик в порту уничтожен. Беркут на ЖД, проверяем.
стрельба с гранников на заводе? Это дружественное уничтожение ящиков. Я ничего не взрывал сейчас. Это АТ на пиве, на пике. Уже битый час бегает человек. Беркут, станцию проверили. Берку там принял вас, двигайтесь в юго-западном направлении. Ваша задача занять удобную позицию для обороны. Сейчас примерно метку поставлю. После этого к вам подтянутся остальные. Медика мне осталось больше? Медик живой, где-то здесь бегает. Я без ног, если что, на воднике. На тарой там, выше порта. Призрак, ты еще живой? Патронов больше на воднике нет, поэтому нужен медик. Медик. Призрак. Медик в районе позиции АТ, плюс-минус. А, водник, посмотри тебе на карте, тебе меч сейчас подойдет. А, по маркеру Б водник. На станции. Кто раненый, Беркут, уходи.
Блять, Мавр, ёбаный твой свет, сука! Чё? Я почему-то не вижу вас маркерами и всегда срусь. То ГОСТа, то тебя, блять. Это вы рвете или вы рветесь? Нет, это не мы. Мавр, на Немск Факторе взорвали ящик. Где? Да, там взорвали. Да. Есть предложение нам попробовать пойти с материка, зайти, пострелять и уйти. Анирад. Эркут, вы уже на гору поднялись? Нет, куда на карту смотри. Поднимаемся. Потом это будет, когда... Там куда Бэк стрелял? Куда Бэк стрелял, два человека. Там принято, вот. Принято. Идея хорошая, Жека, но чуть позже. Это штаб, вопрос, у кого-нибудь еще пехота, кроме беркутов, осталось? Ты, гордый один боец. Гру аналогично, один боец. В принципе, вот ты еще вводни в БРДМ почти подскажу. Беркут поднимается, давай, чем? Штаб Беркута, у вас есть взрывчатка или гранатометы? Гранатометы имеются. Взрывчатка имеется. Во
общем, честно говоря, технику поднимать туда на гору я не хочу, так как ее боюсь поджарят, а пехоты недостаточно, чтобы ее прикрыть. Я думаю, вам попробовать при прикрытии техники самостоятельно нужно уничтожить ящики, после этого отступить обратно. Мы немножечко с другого направления зайдем на последнюю точку. Принято. Вопрос, насводник с пулеметом где находится? Тренироваться, Беркут, у вас от группы вашей пехоты на них кто-то бегает. Принял. Дымах. Я вот только что видел, он двигался на запад. Похоже, он сейчас обойдет вас. По вершине идет на запад. На вышке, на самом верхушке вышки находится боец, бежит. Он, по-моему, умер. На вышке мертвый, на вышке мертвый, это ратник, подтверждаю. Ищем, сольем по времени. У меня же медикамент кончились, я тут подлатал АТшников, Беркутов. Все, пиздец, медикаментов нет. Пау, там недалеко от медицинского водника? Куда бы ты мог встать? Далеко. Блин. Просто от меня он километр где-то бежать за ним, блин. Действовать. Я пока удивляюсь. Это АТ, БРДМ, БРДМ пуст. Давайте, Беркут, на вас вся надежда. Мавр, слушай, вертушка на ходу еще. Она стояла там, не битая. Что под обстрелом? Мавр, где ты? Я когда тебя 76. Я в квадрате 076-003 в кустах под обстрелом. Мы видим тебя, контакт север.
типа штаб наш не убей. Мавр, да, не рация. Дай. Внизу бежит на тебе с юго-востока. Выбили с порта. Около порта свои, свои. Порта, ПКМ ваш работает, да? ПКМ, да, по врагу работаем. Вроде бы папа. Это зачем было? Кто опустил? Чё за граники падают, Значит, порт не зачищен. Порт 3. Порт сзади, Мавр. Мавр, жив? Да-да, это я хожу. Под елкой труп или кто-то там? Там вот елка. Госкоординирую, если что, у тебя зум не такой жесткий, как у меня. Чувствую, сейчас меня свои грохнут. Мавр, давай. Мы тебя видим, мы тебя видим. А дальний раз ты медик остался живым? Медика нет, ДВ. Куда мне? А медик-то у нас? У медика нет медикаментов. У медика нет медикаментов. Медик возле бэхи. Бинта? Штаб Беркута, вот он живы? Я не понимаю, как там наступление идет. Конечно, они же на гору наступают. Да они уже в городе там должны быть. Правда, не знаю, насколько удачно. Это штаб Беркута. Беркут, ты на связи, КВ? Пометь себе. Ладно, все, кто остались, кто может воевать, двигаемся на точку РМБ. Мавр, вся пол банки, мы тебя спасли. А чего так пол?
будут медикаменты. Штаб АТ. Штаб вызывает АТ. Вы на связи? А мне Мавр. О, нашли медицину Мавр. У вас еще БК остался у бардака? Бардак пуст, бардак пуст. Давайте берите ратника, садитесь в бардак и дуйте на позицию РМ Ангвед Форт Б, зеленая. Там срочно высаживайтесь и поддержите беркутов. То есть пехоты, как вы понимаете. Штаб вызывает РМ. На связи. Мне нужно, чтобы ваша бэха осталась жива, так как есть еще одна зона. Ну, если надо, так будет жива. Есть, можем подлечить. В общем, по поводу третьей зоны, если меня грохнут, то, в общем, план такой. Я думаю отступить, переплыть обратно на запад, в общем, на большой остров, и где железнодорожный мост, туда поставить бэху и по нему пройти пехота и вычистить последнюю зону под прикрытием бэхи. Зона. Можно перетекать или нет? Не знаю, мы просто переплывем, не будем поэтому ехать. Его могли заминировать все переезды. Дальний рот, это так? Это штаб. Выдвигаемся, через минуту будем. Принял вас. Если полетит РПГ, просьба сделать кувырок и увернуться от него. Ну, сейчас мы покажем класс. Парень, там... Это ратник, была стрельна с юго-востока. Че, Мавр? Штаб АТ. Ну, куда-то не туда поехали. Не принял, повтори. Штаб АТ. Вы, по-моему, куда-то не туда поехали. Я... Сначала нужно вторую зону занять, то есть Берку там помочь. Че, какой план? Мужчина. По поводу южной зоны, это чуть позже, когда эту зачистим. Да, мы туда едем, на... Нам пересекать красную зону можно, да, если че? Я не знаю, я говорю, мы не будем по перешейке ехать, переплывем просто. Нафиг нужно, там заминировали все.
Окей. Долго просто путь. Очень. Ну, жизнь говно. Передай, что играл с медик целый, полный. А, вон где, от этих вижу. Когда же с игру. Пиздец, сколько меня видел на интересном месте? Я сейчас буду заманаю все заливать, нет? Ага. Ну ладно, тогда выдвигаемся в сторону горы. Мавр, такое ощущение, что она так и сдулась. Так. Что все на гору. Жека, стой, стой, ты здесь стой, пока тебе не надо туда ехать. Окей. Прикрывай он их, пусть они сами. Ты там все равно в упор не сможешь ничего сделать. Тем более ты на последнем этапе нужен будешь очень. Просто я бы уже мог выдвигаться на переплывать на позицию. А если нам сейчас всю технику сожгут, мы потом пешком побежим, что ли? Вы что, хотите пехоты там? Мавр, это ты, мы высадились, двигаемся. На точке Айслов Сагенберг. Принял вас. Давайте, нужно вычистить зону по возможности. Мавр, так если ты говоришь, что лучше пройти прям по юго-востоку, прям по этому острову. Сейчас сначала взорвем, потом вычистим. Как мы идем прямо по побережью, а с побережья просматривается с бэхи весь лес. Как и пехота также просматривает. Это штаб. Если вы взорвете ящики, то чистить не надо. Можете сразу драпать и уезжать. А мы взорвем забор, занялся, подряд разберемся. А почему вот по восточному склону, кто сейчас поднимается? Я боюсь, они... если мы оттуда поедем, мы попадем в засаду какую-нибудь, нас поджарят, а там мы будем сразу издалека наступать, там будет легче. Нет, подожди, ты не дослушал. Они сейчас поднимаются как первый раз. Наши же уже заняли высоту, нет? Знаешь, там могли рандомщики опять появиться. Операция, то есть, идет 2.5 часа. Я, наверное, буду на части делить видео. Оба, чё заводник стоит? Это беркутусовский, видимо. Война! Однако, прикиньте. Пару, мне можешь выдвинуть сюда с медициной, помочь там Райну? Ну, тебя тоже там грохнут и все. Ну а чё ещё, он медик? Ну ладно, дуй. Ты, если что, из гранатомета сможешь ящики надеть. Какого гранатомета? Я его Беку там подарил. У тебя в снаряге же был гранатомет. А я не могу, у меня рюкзак. Мне рюкзак ценнее. Так ты рюкзак на спину, а гранатомет. Не могу. Не можешь? Жаль. И почему-то не могу класть медицину 7 медаль. Ладно, перезайду, короче, по-быстрому. Ну, блин, тут вот нехорошо. Отойди хоть в сторону. Чтоб тебя не убили на поле, прям в елочку отойди. Он такой наивный, лег за камнем, но тот же его бот стал, как только он вышел. Какая долгая война. Ты, нигер, нигер, залез. Мама. Проследишься. А так, короче, не осталось. Беркут все перебиты. Из Беркутов остались только, короче, БМПшка наша. Мы каких убить-то хоть? Майки там вообще терминатор семерых положил. Вот так вот. Короче, там осталось 8 человек. 8 человек в обороне. В обороне 8? Да, в обороне 8. Там скифы остались. Гуд. А нас? А нас, ратник, АТшники, один овер. И все, и мы четвером.
Сколько человек получилось? Бах! Стрелу, блядь! Слева, слева, с завода! Жека, сейчас же поджарит. Я прям увидел летящий РПГ на меня. Он на береге вроде был. Вывод-то? Не знаю, хули хрой. О! Да, могу убить. Ну правда, я живой. А? Вот теперь убит. Нормально.